Два октагона и 170 юных спортсменов из Пермского края сошлись в поединках за звание сильнейшего. В эти выходные во дворце спорта «Темп» состоялся чемпионат и первенство края по ММА. Сегодня в бескомпромиссных поединках сойдутся лучшие. Я желаю вам удачи в октагоне, верить в свои силы, стойкости и терпения. Развитие спорта и физкультуры на территории Пермского края уже много лет поддерживает компания «Уралкалий», которая входит в группу «Уралхим». Все для того, чтобы спорт в нашем городе развивался, а спортсмены достигали высот. Наша компания постоянно поддерживает это замечательное мероприятие, потому что спорт делает вас, наших людей, сильными, смелыми, целеустремленными и дисциплинированными. Накаленная до предела атмосфера и зрелищные поединки – все это про ММА. Ведь в этом виде спорта требуется серьезная дисциплина и самоотдача. Конечно же, хочется пожелать, чтобы не останавливались, чтобы на своем достигнутом, то есть шли вперед, несмотря ни на какие невзгоды или там поражения. Это надо абстрагироваться, тренироваться и добиваться тех целей, которые вы изначально поставили. Владение различными техниками помогает бойцам показывать не только зрелищные удары ногами и руками, но и работу в партнерстве. Всего за минуту техническое поражение. Бой заканчивается победой спортсмена в синей форме Артемия Янина. Он занимается в клубе «Вугартим» в Перми. Я не ожидал, что я нокаутирую его. Я думал, что бой будет не менее 2 раундов. Я счастлив, что я сделал это. Мощные эффектные броски, болевые и удушающие приемы. Победа достигается только хорошо отточенной техникой. А вот борцовской или ударной каждый из спортсменов решает уже на ринге сам. Боец в синей форме Артем Ждахин. Он представляет клуб «Воевода» города Березники. ММА занимается более 2 лет, а за спиной уже не один десяток соревнований. Говорит, что успех достигается благодаря дисциплине. По-другому и быть не может. Сначала было страшно. Потом на ринг выходишь, страх проходит. Впечатление хорошее. Я рад. Помощь в проведении соревнований оказал «Уралкалий». Компания помогает городу развивать физкультуру и спорт в разных видах и направлениях. Такая поддержка – огромный вклад в будущее детей. Все спортсмены показали достойные результаты. Первое командное место в категории 14-15 лет занял клуб «Воевода» города Березники. Карина Волошина, Сергей Колейник. Новости Верхнекамья.